Девчонки, всем доброго времени суток! Сегодня 14 февраля. Я хотела бы вас поздравить с этим замечательным праздником, Днем влюбленных, и показать, что же я смастерила для своих, ну, не самых-самых родных, потому что их, конечно, больше, есть еще родители, но родители этот праздник не понимают, они его не отмечают. Ну, поэтому для тех, кто живет со мной, это именно мой муж и моя дочь Катя. Ну, так как я назвала уже ее имя, можно догадаться, что вот это вот сердечко, это именно для нее. Я предполагаю, что это будет закладочка. Закладочка в книжечку, ну, или в дневничок, не знаю, она у меня ученица, поэтому ей пригодится. Вот такое вот сердечко, вышитое белыми нитками неизвестного мне производителя. С ее первой буковкой имени, такими снежинками, не снежинками, в общем, такими штучками. С оборотной стороны это красный фетр. Закладка оформлена в виде пинкипа. Вклеена вот такая ленточка атласная, тоненькая. Здесь петелечка. Длинненькие-длинненькие кончики этой ленточки. И в конце одеты такие бусинки, завязанные на узелочек, беленькая и красненькая. Я предполагаю, что вот эти бусинки будут торчать как раз за пределами учебника или дневничка, не знаю, куда она это положит. Либо, возможно, это использование, как и подвесочки. Вот таким вот образом может же это висеть. Так, и второй подарок, это для моего мужа. Для мужа в машину. Это ароматическое сердечко. Внутри я наполнила его синтепоном и накапала туда эфирного масла. Запах стоит обалденный, запах апельсинки. Я предполагаю, что это сердечко можно повесить в автомобиль, либо в рабочий, либо в свой. Поэтому я сделала вот такую вот, видите, это резиночка тоненькая, на которую я нанизала бисер такой серебристый, хотела белый, но белый в запасах не нашла, это обычный китайский бисер. Таким же я обшила края сердечка, смотрю на сердечко, не в экранчик, поэтому что попало вам показываю, да? Вышито сердце. Так, это дизайн от Марии Искусницы, но там данная подвеска вышивается, по-моему, 4 цветами красного на белом фоне, если мне память не изменяет. Я скачала схему эту и решила, что я отошью все беленьким цветом в две ниточки на красной канве. С оборотной стороны точно так же выглядит. И в основании сердечка я сделала из мулины красную вот такую вот кисточку, делала вот такое вот украшение. Это, я так понимаю, для изготовления бижутерии, в общем, для бусин, обжиматель, или как, по-моему, обжиматель называется. И вот такое вот сердечко ароматное у меня получилось. Если его в машине повесить, оно будет вот так вот шевелиться при движении, будет очень и очень прикольно, мне кажется. Так что вот такими подарочками я сегодня буду поздравлять своих родных, а также поздравляю вас с этим замечательным праздником. Всем до скорых встреч и спасибо за внимание!